Еще один дом для расселения аварийного и ветхого жилья сдают в Северодвинске. Пятиэтажку на Профсоюзной возвели менее чем за 8 месяцев. Она сможет принять более 100 семей новоселов. Сегодня на объекте уже работает приемочная комиссия. В квартирах уже есть сантехника, поклеенные обои, а строители заканчивают подготовку помещений для въезда хозяев. Планировка каждой квартиры индивидуальная, ведь каждому владельцу жилья при переселении из ветхих деревяшек положен разный метраж квартиры. Новоселы переедут в этот дом на Профсоюзной в первых числах апреля, а пока на почти завершенном объекте работает приемочная комиссия. С июля месяца здесь уже на объекте ведутся работы. Начались свайные работы где-то в середине июля месяца. Сегодня начала работу уже приемочная комиссия дома. Рассчитываем закончить ее работу вместе с устранением замечаний, которые они здесь выявят к концу марта месяца. В этот социальный дом смогут въехать чуть более 100 семей. Это позволит расселить 10 ветхих аварийных домов. Впоследствии на их месте появится новое жилье. Мэр города Михаил Гмырин сегодня лично посетил новостройку и оценил, в каких условиях теперь будут жить бывшие хозяева деревяшек. Этот дом у нас по квадратным метрам более 4000. Это один из таких самых больших домов, которые сдавались в последнее время. Да, ну и продолжаем дальше. Да, дальше продолжаем строительство жилья по второму этапу программы. Параллельно с этим ведется строительство еще 3 социальных домов. Одна многоэтажка на перекрестке проспектов Труда и Победы. 2 дома возводят в старом городе. Сергей Курбан, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.